sitting under a chestnut tree. I said good morning, pink sugar elephants, but they wouldn't speak to me. Each had two eyes, but they couldn't see me there. Each had four legs, but they couldn't go anywhere. And so we just sat there early on a morning, sun in our rays and imagined everywhere. All in передает, если вдруг не получилось. Потом мы снимем, как все очень довольны. И пустые бумажки. Горячий, очень опасно. Все фломастеры, карандаши, все подписали, потому что начался вечный бардак. И тут как бы вы только сели рисовать, зашла Паша, и буквально за 2 секунды все. Да? Давай соберем. Давай, я тебе тоже помогу. Это уже не понимаю, что. Шнур, Яша, глаз, дом, кукол. То ли она хотела проверить, просто читаю ли я ее послание. А это кто? Это кто? Папа. Нет, кто это? Это? Ну, ты тоже не папа. Это Гагарин. Не получилось. Да? Да, блин. Собака. Как говорит собака? Да. А это кто? Баба. Баба? Кто это? Корова. Корова говорит мм. И издание читает Гехербера Сейнани. Смотря кто вы с ней ее укладывает, тот читает. Гарри Поттер, да, конечно, последнюю часть мы читаем, потому что он очень крутой. Я сейчас читаю Эренбурга, его воспоминания, биографию, автобиографию, которую он написал. Идет. Очень. Это такое тяжело. Интересное чтение. Мне почему-то не тяжело. Во-первых, мне очень язык его нравится. Он таким человеческим, красивым русским языком пишет, без каких-то. Во-вторых, ну, это прямо интересно. Это же как хорошую книгу по истории читать. И... Про все, про своего журналиста, ну, прям там у него же в 6 томах этой биографии написано достаточно подробно, он пишет о своих современниках, о своих друзьях, дружил-то он, не бог весть с кем. Выкидывай, пожалуйста. Спасибо, Паша, спасибо. На, вот еще надо выкинуть. Мы над собой смеемся. Спасибо, Паша. Спасибо. Можно уберу тебя? А все, все. Ты все выкинула, все. Хочешь, вот надо бумажку еще выкинуть. Выкинешь? Мусор, это тоже мусор. Хорошо. Ну вот если тебе дома нехорошо, надо понять как-то, что ты значит... Ну вот у меня такое есть ощущение, что да, всем это, но дом это же дом. Туда? Давай, пойдем. Костя!
Это программа «Очумелые штучки» с Максимом Творейко. Костя, ты рад? Ты видел, кто к нам пришел? Что? Да скажи нормальным голосом. Он очень рад тебя видеть. Я тоже старичок. Да? Это тебе. Итак, наша сегодняшняя тема посвящена тому, как сделать творческий подарок своими руками. Мы будем делать подарок, и для этого нам понадобится. Все, закончил? Только не падай. Так, в общем, что мы умеем делать? Мы можем сделать... смотрим так, внимание. Ай, нет, не подходит нам этот моментик, не подходит. Поэтому мы знаем детские стишочки? Да, конечно. Какие? Прочитать. Если подушка кладется подушка, такая подушка зовется подушка. Если подушка кладется под нос, такая подушка зовется под нос. А если подушку зовут под затылок, такую подушку зовут под затыльник. Так себе подарок, согласитесь, если бы она так зачитала бы, никто бы не порадовался бы, правильно? Максим Творейко и Костян покажут, как в моих кепках. Еще раз ты это сделаешь, Костян, я реально обижусь на тебе. Мы с Костяном покажем, как из этого кучи хлама детских стишочков сделать нереально классный подарок. Поехали! Значит, Арина, я прошу прощения, как у вас по батюшке будет? Владимировна. Ты слыхал вообще, братан? Тихо, держи, держи, у тебя сам в шоке, красивый, нереально. Так, короче, смотри, джаз или R&B? Джаз. Поехали. Эти же самые стишочки, просто пой в джазе. Поняла. Это вступление. Если подушка кладется подушка, такую подушка зовется подушка. Если подушка кладется под нос, такая подушка зовется под нос. Если подушку кладут под затылок, такую подушку зовут. Такую подушку зовут под нос! Это была Арина Лыкова и программа «Очумелые штучки» с Максимом Творейко и Кастовой. Правила нет. Смотри, Паш, карандашик. Раз. Карандашик. Раз. А, клади. Да, надо сюда попасть, в коробку. Да. В принципе, все верно. Мусор, 4 мешка там мусора разобрали за это время, чтобы сдать в переработку. Вызываем сепаратора. Ну, потому что здесь не очень удобно, это далеко от дома и везде в разных местах. Угу. Разные принимают, да, врачи? Да, и где-то могут, ты можешь прийти, и просто тебя его не возьмут. Паш, сыграешь что-нибудь на ксилофоне? Размяла руки просто. А, ту игрушку. Я бы должна еще поиграть. Не было элементарно, там сантехника не работала, была разбитая ванна, не было раковины, и нам пришлось все это быстренько заменять. Ронечка, иди ко мне, детка. Слушай, я не знаю, это знакомые Даниных родителей, и они прям вот мастерицы занимаются, они приезжали сюда на выставку даже в Питере, и они вот прям по правилам все сделаны из специальной. Классные. Рядом с раковиной упала семечка и проросла. Ого, а что это такое? Помидор. Помидор. Не признаем расставание. Пока-пока.
пока скажешь, девочка? Да? Ну скажи, пока-пока. Рита, пока. Это несерьезно. Пока-пока. Пока-пока. Все, пока.